Днем уголовные дела, вечером зажигательный рок-н-ролл. Вокалист группы Steam Brothers Александр Макаров уже 20 лет работает адвокатом. Любит классический блюз, джаз 40-х-70-х годов прошлого века. Говорит, музыка для него отдушина. В этот раз группа сыграла на концерте, организованном благодаря проекту «Культурное сердце России». Музыка, в общем-то, то, что позволяет расслабиться, то, что позволяет почувствовать жизнь более полной. В общем-то, долгое время не было возможности заниматься музыкой, пока служил в прокуратуре. Это замечательный проект, направленный на поддержку молодых музыкантов, наших самарских молодых музыкантов. И задумка в том, чтобы вот именно новые форматы все, да, они у нас были опробованы. Посмотреть, то есть то, что нравится нашим горожанам. Проект «Культурное сердце России» создан благодаря инициативе губернатора области Дмитрия Азарова. В этот раз на концерте прозвучали золотые хиты рок-н-ролла, блюза, джазовые стандарты. Также выступили известные самарские группы «Дрова» и «Ривербенд». Слушатели остались довольны. Прекрасное ощущение. Я вообще очень люблю это направление музыки, потому что это заводит. Это такое настроение очень веселое. 15 декабря на этой же площадке прозвучит этническая музыка. Какие группы будут играть, организаторы пока держат в секрете. Анатолий Головко, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События.